До того, как я пришел в цирк, я учился в университете. Я инженер-конструктор и дизайнер. Это конструкция упаковок, бутылок, вся продукция упаковочная. Это вот. Я работал по специальности, но понял, что без цирка не могу. Много чем увлекался до цирка. Паркур, воркаут, такие какие-то уличные движения. Занимался метанием молота в свое время. Ну, то есть везде там, везде по чуть-чуть себя пробовал. Через знакомых как-то нашли, нужен был человек, который делает все не как гимнасты. То есть гимнасты, у них одна школа, плюс-минус у них схожая техника, и нужен был человек, который делает все по-другому. Ты как-то через знакомых вышли на меня, типа вот то, что занимаюсь паркуром, воркаутом, вот, и пригласили попробовать. У меня с детства была мечта попасть в цирк. У меня была мечта хотя бы раз оказаться на манеже, выступить. Вот. И когда у меня возможность это выпала, я согласился сразу. Сначала я работал, есть такой жанр, разновысокие турники. То есть там турники на разной высоте стоят. Вот. Сначала начал там себя пробовать, меня туда пригласили. Потом мои партнеры уехали, мне предложили попробовать батут. Батут со стенкой. Вот мы с ребятами работали номер тоже с молодыми. Потом ребята тоже как-то все разошлись. Вот. И моя вот нынешняя партнерша, мой руководитель, забрал меня под свое крыло попробовать в воздух. Мое первое выступление было в городе Саранск, нас отправили на гастроли. Очень смешанные эмоции, был страх и волнение, и предвкушение какое-то. Я тогда в первую очередь думал, как не накосячить, как все сделать правильно, то есть чтобы... Потому что такие групповые жанры, там друг от друга все зависят. То есть там цена твоей ошибки – это там, не твое здоровье, твоя жизнь, а жизнь еще твоих партнеров и здоровье. Вот. То есть в первую очередь я волновался за то, чтобы все хорошо отработать, чисто. И на самом деле, вот спустя 5 лет моей работы, почти ничего не поменялось. Я каждый раз выхожу в манеж, как в первый раз. Ну, так смешно получилось. Я всю жизнь говорил, что я бы попробовал воздух, мне было это интересно, но я никогда бы не стал работать с кем-то, то есть только сольно. Потому что это ответственность за партнера, то есть это слишком большой груз на душу, так сказать, брать надо. Вот. И я говорил, что никогда в жизни я не буду работать дуэт, то есть только сольно, если как-то получится. Ну вот, моя партнерша Наталья сказала, иди сюда, и я пошел. Все, и вот сейчас работаю с ней. Номера создаются. У нас есть режиссер-постановщик. Это Алла Анатольевна Алиева. Вот, и мы вместе с ней продумываем концепцию, продумываем музыку, костюмы, образы и потихоньку начинаем компоновать номер, как из пластилина можно вот такую аллегорию провести. То есть вот после того, как мы продумали образы, то есть, например, Алла Анатольевна в нас увидела такие образы, там, такую музыку. И потихоньку мы начинаем пытаться из этого лепить что-то. По трюкам, по хореографии. Вот. И в итоге вот получается что-то хорошее. Привлекает в первую очередь эмоции, которые невозможно, ну, мне лично невозможно получить нигде, кроме как в цирке. Эмоции зрителя – это энергетика, отдача, когда ты отдаешься зрителю полностью, и зритель отдается тебе, то есть это вот обмен энергией, можно так сказать. Вот само ощущение себя в воздухе, ощущение того, что ты делаешь. Вот. Ну и, естественно, вот ради чего артисты работают – это овации зрителя. Это очень приятно всегда, это буря эмоций, которые тебя разрывают изнутри. Напряжение очень сильно есть перед выходом на манеж. То есть вот за ночь до выступления, вот я с вечера лежу ночью, у меня всю ночь потеют ладошки, я думаю, как завтра отработать, как что, как ничего не забыть, как бы, чтобы все было нормально, волнуюсь.
перед выступлением волнение, естественно, сильное. Но когда ты заходишь на манеж, когда начинается твоя музыка, просто как по щелчку пальцев, когда все выключается, и ты концентрируешься на работе, и все. И получаешь удовольствие от своей работы. Мы работаем на высоте до 20 метров у нас, от 8 до 20, в зависимости от трюков, от комбинаций. Ну, это максимальная высота. У нас купол около 24 метров, если мне не изменяет память. Мы работаем на максимальной высоте. У нас финальный трюк, он прямо под куполом, под самым. Высоты никто не боится, боятся упасть, так сказать. Когда работаешь, не думаешь про высоту. То есть я не смотрю вниз не потому, что мне там я боюсь испугаться, там, а я не смотрю вниз, потому что я сконцентрирован на своей партнерше, я сконцентрирован на своей работе. И мне абсолютно не важно, это будет проходить на метровой высоте там, или на 30-метровой. То есть я буду выходить и делать свою работу. Как вот шутят в цирке, что в воздухе тело легче кажется. Вот. Плюс, когда ты на высоте работаешь, там, держишь человека, ты не отпустишь ни при каких условиях. То есть, что бы ни случилось, ты если рукой взялся, эта рука у тебя не разорвется, у тебя нет вариантов ее рожать. Что бы ни случилось, там судорога, там, травма какая-то, еще что-то, ты будешь держать до последнего. То есть, тут нет такого, что вот отпустил, ну и как бы устал там или что-то в этом роде. То есть, ты будешь держать до последнего, и твои руки не разорвутся ни при каких условиях. Есть приметы, как бы, в цирке такие общепринятые, то есть наподобие того, чтобы не говорить последний, говорить крайний. Это вот у артистов и у моряков такая примета. И у каждого человека свои какие-то есть, можно сказать, фишки, которые он делает, как традицию, можно сказать. Даже не то, что примета, а как традиция перед номером. А я не буду говорить, тайны не разглашаем такие. То есть какие-то определенные манипуляции, даже какие-то просто движения, которые ты, ну, по привычке просто делаешь, потому что должен. То есть, например, из такого банального, если начинается новая программа, и вот мы спускаемся разминаться вниз, и я спускаюсь без какой-то кофты, то есть просто в костюме, то я больше эту кофту не буду надевать перед выступлением. То есть, если я один раз ее не надел, то все, у меня как-то в голове вот становится так, что раз первый раз так было, значит, так надо до конца. Моя рабочая неделя складывается из, в первую очередь, из репетиций, основных наших репетиций. То есть, вот как сейчас будет в 3 часа. Это работа с лебедчиком. Вот приходит лебедчик, человек, который нас поднимает, спускает. Тоже это огромный пласт работы он делает. Человек, которого никто не замечает, можно сказать. Зрители не задумываются о том, как реквизит опускается, поднимается. А это тоже тяжелая профессия, лебедчик. И, по сути, от него зависит наша жизнь в том числе. Вот, то есть репетиции с ним, именно прогоны номера, прогоны комбинаций, что-то, усложнение каких-то комбинаций, каких-то элементов. Это растяжка дополнительно в хореографическом зале, подкачка в тренажерном зале. Вот, еще я дополнительно езжу в БГУФК тренироваться, можно сказать, по акробатике. Для меня цирк, любимые номера, если вот об этом говорить, для меня любимые номера это вот были, в принципе, которые я и работал. Мне всегда нравились такие, можно сказать, экстремальные номера. Так, турники, бату, то есть акробатика, акробатические номера, воздушные номера мне всегда очень нравились. Вот. Да, по сути, все нравится. Я прихожу в цирк, я смотрю представление, я кайфую от всего. Цирк – это жизнь для нас.